подготовили отчет о том, как закончилась эпопея с кошкой, забравшейся на самую верхушку высокого тополя. Специалисты единой диспетчерской службы города приехали, развели руками, мол, ничего поделать не можем, и уехали. Дерево обвязали лентой, символизирующей опасность участка. Возможно, чтобы кошка понимала, про нее не забыли, люди мысленно с ней. На этом официальная помощь закончилась. Реальную оказал скромный паренек, альпинист и скалолаз Вадим Метелев. На все про все ему потребовалось 10 минут. Ну, я люблю животных, во-первых, люблю лазить по деревьям, мне это не сложно, вот и все. Я ее сейчас спас, спустил, если ее никуда не отдать, она убежит, умрет с голоду, от холода, ее скушают собачки, поэтому я возьму домой пока, потом куда-нибудь определю.